have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет, привет! Всем здорово! Пойдем немножечко постреляем, новогодние пострелушки устроим. Ой, снеговик! Ой, снеговик! Ой, я кого-то убил. А, меня убили. Хороший размен пошел. А, это ты меня убил? Нет. Я вот только сейчас начинаю. Только сейчас начинаешь меня убивать, я понял. Только сейчас начинаю вообще всех косить. Блин, тут пикап олень. ГД! Я гранату кинул. Надо, чтобы гранаты, как в этом, в Blood Dragon, чтобы гранаты взрывались от слова граната! А то кидаешь, а она... Что? Ты зачем? Чувак мимо меня пробежал, тупо убегает. Ему не до тебя было. О, привет. Это оказался ты. Абсолютно случайно. Так, сейчас, подожди, я сориентируюсь на местности, куда мне бежать, где я. Знаешь, кто бесит? Есть такие чувачки, у которых скин, знаешь, шапка такая, с синей попушкой сверху. О, да-да-да. Так, хорош, может, я попадать начну? Нет, не начну. О, есть, спасибо, ассист. Два ассиста. Киченес, молодец, убил. У нас чувак в стену бежит. Я лидирую в моей команде, повезло. Повезло. Ай. Ой-ой-ой. Сейчас, секунду, я сделаю чуть потише. Немножечко раздражаю. Да, что? Я так и не обратил внимания на то, какой у тебя уровень. 30 какой-то, что я не помню. Типа что-то есть, но типа нубяра. Ай, больно. А я был. Удивился? У меня патроны кончились, я не стал перезаряжаться. Ну ты понял. Да. Испугались. Блин, у чувака уф прикольный это. О! Да чтоб тебя, выбежал на меня чертяка. Ашну. Ай, граната по задам вырвалась. Не надо. Да я даже не тебя, не парься. Я тебя так, покасательно задел. О, спасибо, мне сись за тебя дали. Я выбегаю на меня человек вплотную с дробовиком. Да что происходит? У нас спаун какой-то дикий. Серьезно, спаунишься, проходишь два шага, на тебя вылетает чувак с автоматом. Ну. А попадать не будем, не? Кто там такой меткий гранатометчик? Фух! Прикинь, попал на 118 урона и не мог, два рожка высадил, никак не мог добить. Бывает. Да хорош! Да что это? Олень! Ай! Блин. Тот самый сезон, когда можно назвать человека оленем, и он не обидится. Ну ладно. Здорово, пацаны, я тут к вам пришел в гости. Забит, но ты приоритетная цель. Да я уж понял, да, спасибо. Ты вообще с чем бегаешь? Тяжело убивать. Хашка. Эхка. Она у меня модифицирована. Насколько? Вообще Хеклер Кох я думал себе тоже взять, но мне СГшка пока нравится. Да. Ох, хедшот дал кому-то и все, но не убил. Ох ты ж! Убил. Нет. Убил. Просто наш мимо челика пробегает. Да я просто куда-то грены кинул. Да лень, блин, чтоб тебя, ладно. Вот сейчас... Хороший бросок мне понравился. Я на слайде заехал в тыл, одного убило, потом меня грохнули, ладно. Я к вам в тыл тоже на слайде залетаю. Блин, я был занят, я другого чувака мочил.
О, какой-то левел. Фига себе, кто-то там это пачками гребет, да? Ну так. Мне стоит только разыграться, я начинаю мочить. Ёлки, страшный человек. Была бы здесь снайперская позиция. Снуперская? Снуперская позиция, я за это шарю. Супер. Я в отряде снайпер. Раз, два, три, четыре, пять. С детского с рифма я дружу. Да. Так, а где? Что? А? Эй, мне забрали лидерство в моей команде. Перейми на первое место. Ой, я тебя даже... Нет! Лежит, блин, за бочкой, ты прикинь! Ах ты ж! Ты кетчуп со мной в команде любитель? Или нет? Любитель китченеза? Да. Я тоже, кстати, любитель. О, я только что тебя грохнул. Что у тебя за пушка? Стой, стой, стой! А, я потибегать хотел, ну ладно. Я так понял, тебя с двух сторон держали, да, мы? Да хорош! Я просто вижу, как тебя расстреляют, я тоже пострелять. Да чувак какой-то сверху начал поливать. Так, ладно, значит, Киченес с тобой, ладно, вы тут объединились, Империя наносит ответный удар, хорошо. Легион уходит в бой. Так, иди сюда, где? Позывал весь, как-то был Красный Легион, я там лидировал. Стой! Не буду стоять. Сколько у тебя жизни осталось, по тебе плюнуть и все? Да. Сейчас меня добьют. Это моя дурная привычка перезаряжаться, блин, каждый раз. Привет. К нам еще один человек зашел, он здоровается с нами. Да, я знаю, я слышу на фоне. То есть, Джо. Да, привет, но... Сейчас, погодь, мы это, немножечко это. Если что, я помню, да, ты говорил 10 минут, но сейчас тогда уже подожди, мы доиграем. Так. Фу, блин, меня этот снеговик испугал до черта. Тут их много, да, я с тобой согласен. Кого-то греной грохнули. Бывает. Ты меня испугал просто до черта. А где? О. А все? Ай-яй-яй-яй-яй! Понял. А че все такие хитрые? А, тебя уже убили, я прям на тебя спрыгнул уже. Да я такой, вообще никого нету вокруг, кто-то, сё-то, и бах, меня из окна какой-то лежачий чел. Вообще, кто тут лежит? Кто те люди, которые тут лежат? Тут бегать надо. Я. Последний килл был мой. У меня 20 киллов. 19-17. 36 киллов. Офигеть. Это просто... О, сразу два задания выполнено. Да, кстати, по заданию. Какой... Да, 34 уровень у меня, если что. Пара-па-па-па-пам. Первый. Давайте еще одну карточку сгоняем. Это не считается. Это разогревочно. Я люблю рандомайзер. Я честно признаю, что я Рачелла, так что все нормально. Фух, не рандомайзер. Минуточку, киндовый король горы, царь горы. Ой, елки. Да. Тут такая хорошая... Тут, короче, так много снайперских позиций крутых. Кто за кого? Видимо, я против тебя. Так, Киченес, по-моему, со мной, да. Да, я с тобой. Ага. Ага. Ладно. Значит, теперь вы против меня объединились, да? Ай-яй-яй, это не то слово, блин, тут реально под снайпу все. Че я тут буду с этим с шорт-рейнджем делать? Да ну. Шорт-рейндж. Да ну. Да ладно, тут можно через всю карту заливать. При сноровочке можно через всю карту. Я тебе говорю, тут она все простреливается. Тут или по окопам бегать, или я не знаю, что. Ой, блин, чувствую, тут вообще прям сейчас придет большие, маленький белый зверек. Большие ты захвачены. А дохнуть не будем, блин. Я в чувака не знаю, сколько выстрелил. Просто терминатор стоит, впитывает. Уху! О, я вижу снайпера. Я прям к вам в окоп. О, граната. О, граната. Ой, еще одна граната. Да как я кидаю, и никто не взрывается? Где этот великий рандом? О. Сигма, нет, я на перезарядке был.
Меня все, что меня остановило, это граната вашего союзника. Да. Бум, 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 бум. Шут. Че это было за странные звуки? Ну, гранат много было. А кто шут? Я шут. Ты? Я шут, да. Гороховый? Да. Нет. А кто тогда король? Не-не, о, ассист. Мы такое не слушаем. Ну, не особо, по крайней мере. Я слушаю. Главное, сделать отсылочку. А вы, кстати, вот, вы вдвоем снимаете. Вы друг другу кем являетесь? Семья. Ага. Даже так? Да, прикинь. Неплохо. Ух, хэдшот ноускопом! Соли, это дети такой. Да ёперес это! Нет! Троны кончились. Вот это я психанул сейчас. Яченес, молодец, затомстил. Да я вообще в этот раз, знаешь, иногда заходишь и прям патроны летят, а в этот раз не знаю, как будто я просто как тушка бегаю. Да-да-да, я как-то зашел, я не знаю, чего. Обычно не так жестко, просто зашел. Прям моментальная реакция на голову. Я не знаю, что это было, но. Меня даже кикнули за. О, это ж. Нет! Так, понимаешь, в чем прикол? Постоянно по мне начинает стрелять один чувак, а килл дают тебе. И я потом каждый раз смотрю на твою морду. Так, минус киченес. Я должен нападать. Слава. Просто подошел, подсосал 2 килла. Красава. Че, разбирайся, кто там в меня стреляет. Мне вообще без разницы, главное, чтобы не стреляли. Уф, вот сейчас прям жестко переиграл. Нет! Двоих убил, третьего покоцал, ёлки-палки. Я одного грены убил вообще рандомно, чё? Меня покоцал. Неприятно прям покоцал. Вот человек какой-то лежачий, без конца пытается куда-то нырнуть. Я серьезно говорю, о, пушки, я прям видел эту гранату. Это знаешь, был тот самый момент, когда ты наступаешь на гранату, такой, о, черт. А надо было оборачиваться и был бы жив. Ну ладно, мы перестрелялись бы тогда. Нет, меня грена бацнула. Я прям за тобой бежал, я видел. Да, это, кстати, еще одна моя проблема, я никогда назад не смотрю. Да. Изи. Сколько хп оставил? Это тот самый момент, когда у тебя вся серия это беготня от спауна до места твоего убийства. Сейчас, подождите, я вашему снайперу накидаю со своей респы. Ух, ё. Ага. Ко мне пришел Чинес. Да-да-да, кстати, если ты еще не в курсе, он очень любит подходить с ножичком, это прям болезнь. Не, он не с ножом, он меня с автомата убил. Ну, это тебе повезло. Хочу без разницы, хочу умереть. О, группа Ладушкина. Оп. А кому сколько лет, кстати? Ой. Деду? Ой, прям, ну не знаю, я старикашка, но вот кот помоложе будет. Ну логично, я по голосу понимаю это. Вот, да и тот факт, что я застал первый StarCraft, знаешь, тоже немножечко не молодит. Да. Я просто вылетаю, у меня пол команды стрелять, кстати. Так а зачем? Ох ты ж, ёлки-палки, чел хеднул из снайпы. Ой, это прям вот красиво. Тут даже прям не побомбишь, пока красиво. Что? Да, когда тебя убили настолько красиво, что аж не обидно. Да-да-да, достойненько так. Дробовик! Бобовик? Да. Оп! Оп! Вот давай. Поможет, не поможет. Уходи со своим дробовиком от меня, я не буду с тобой сражаться. Вообще, использование дробовиков в траншеях запрещено Венской конвенцией. Тренчган? Да-да-да. Нет, не надо! Ну что ж ты как этот-то, не этот? У меня украли.
меня украли фраг 125 помощь. О, привет. Ага. Ха. Все равно я тебя убью. Или подожди. О, там головы торчат. Нет, ах ты, перезарядка, ты... Чтоб тебя... Ой, я кого-то греной грохнул. Хорошо. Грена. Я кого-то зацепил грена, только гранатой. О, нет, тоже зацепил. Да что это такое? О, убил! Почему? Я объявляю вам войну. Использование дробовиков в траншеях запрещено Венской конвенцией. А использование гранат в ближнем бою? Это разрешено японцами, а не камикадзе, это нормально. Вдвоем меня зажали. Я вообще там случайно оказался. У нас в клане два камикадзе есть. Один не знаю, почему камикадзе, а другой заминировал вход в свой дом, чтобы мы к нему не приходили. В реальной жизни? Нет. В реальной жизни мне, чтобы до него доехать? О, граната. Прям красиво. Сверху, я вижу, что сверху. Игра, игры объединяют людей. Мне, я настолько сдружился со своим сокланом, что он пообещал приехать ко мне в этот самый, ко мне в летом. Ого! Это знаешь, я думал, что эта тема была популярна в ранних 2000-х, когда кланы собирались, там встречались, потом фотки у них были прям общие, всякое такое. Не, он. Сдохнуть не хочешь. Что может быть хочешь добавить? А, нет, да! Мы с ним прям взрубились там. Ну, это крутяк на самом деле. Это всегда прикольно. Правда, я не знаю, как он до 20 лет дожил. Есть такие люди, на них иногда смотришь и думаешь, как это произошло. Да нет, просто на него его 10 раз машина сбила за 4 года. Теперь слушай. О, минус грена. То. Вот человек, которого 10 раз чуть не сбила машина, вот он везучий или неудачливый? Ничуть, а сбила. Ну, даже если сбила. Вот такие люди, они везучие или неудачливые? Не знаю, учитывая то, что он до сих пор жив. А самое прикольное в том, что после того, как ему наложили гипс на ногу, то есть ему ногу сломала машина, он попёрся работать в тир, то есть на работу в тир. Ага. Но ему сказали, типа, сиди дома на больничную. Но он не растерялся и пошел на подработку. В итоге на него упала крыша. Я так и не понял, везучий он или неудачливый. Так он до 20 лет дожил. Привет. Да ёпар, СТ, вас там 10 человек, блин. Слушай, прям в прити... Ой, эсист. В притирочку прям идем. Есть. Фигня, один взрыв. Я только спаунись, я туда сразу гренки кидаю. Я тоже. А я в ответ к вам. Нет! Мы сейчас проиграем. Отлично. Хоп, помощь. Кого-то шлепнули. Ай-я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 й-
КД вырос. Фу, хоть это... Ладно. Здорово. Ладно, ребятушки. Это было весело. Я думаю, что на этом пока все. Отлично сегодня побегали, как думаете? Я думаю, прекрасно, мне было весело. Я рассказал историю своего отличного друга. Теперь про него знает весь мир. Ну или теоретически. Знаешь, это как бомба замедленного действия. Если канал вырастет настолько, что об этом узнает весь мир, так что да. Это потенциальная энергия. Да. Знаешь, тогда я лучше скажу про что-нибудь про ледяной полк, так как если к тебе на канал придут хантеры, они смогут со мной связаться, и мне будет немножко легче искать инфу про своего главу. О, видишь, можно заложить тайм-капсули. Хорошо. Ладно, ребятушки, думаю, тогда на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда. Пока всем.